Шампунь. Вы сейчас мои увидят. Да. Пойдем. Это их особого, наверное, было разумно. Похоже, помню, что мы там все сидели. Я ж первый приехал в разведку, узнать хоть можно, куда ехать. Все-таки дети, внуки маленькие. Надо ж куда-то ехать. Плохое, очень плохое. Не знаю, что засну хоть. Я вчера вообще лег и не знаю. И все в голове так крутилось, как это могло быть. Вы связь была хорошая, я позвонил жене, она сказала. А это ваш дом, что ли? Не, ему 22. А перед тем, как начали вообще стрелять массово самолеты. Это наша земля. Это наше село. Ну, видите, как бы. Ну, здесь душа, здесь наша жизнь, здесь наши дети. Здесь наши бабушки, предки, здесь людей захоронены, родственники.